пишут «люблю Диму». Дима. Дима, я зачитался чатом. Привет, танкисты! Привет, танкисты! Нашим общим чатом. С вами снова Дима, Димка молодец, и Даша. Мы сегодня Даша проводим, тоже молодец. Да, Даша тоже молодец. Мы сегодня проводим очередной розыгрыш. Он у нас необычный, приурочен, соответственно, к выходу фильма «Фьюри» и появлению чудесного танка у нас в клиенте. Интересно... А ну-ка, давай, быстро, цифровое обозначение этого танка. Мне стыдно признаться, я его называю Мчазев, потому что там М43, АЕ3, что-то вот такое. Мчазев, вот. Да, М4, а... мы же танкисты, мы же должны использовать... А3, Е8, вот. Шерман Фьюри, вот что главное в этом танке, понимаешь? Да. Мчазев их много, а вот такой он один. Да, это интересный танк. На самом деле у меня многие друзья и товарищи уже приобрели его, некоторые коллеги приобрели. Танк на самом деле интересный, он немножко отличается по ТТХ. В общем, ребята, не будем, наверное, оттягивать время. У нас уже началась трансляция, ребята хотят розыгрыш. Смотрю, сегодня у нас есть опять новые посетители. В начале пока еще трансляция не началась. Несколько раз меня спрашивали, как же мы определяем победителя. Ну, мы обязательно расскажем, как мы расскажем и как определяем победителя. Ну, давай тогда уже ближе к моменту, когда я запущу все, когда я запущу все рандомы, обязательно расскажу, как мы определяем победителя. Все запускай. Ну, все рандомы, да, один рандом, еще мы с тобой рандомы, шумы эти атмосферные тоже рандом. Что я вам еще расскажу? Расскажу про группы наши, в которых, собственно, постоянно можно следить за новыми стримами, новыми всеми розыгрышами, которые мы регулярно проводим. Вот. Про группы, в которых у нас есть всякие бонус-кодики для вас вообще вот регулярно. И все вопросы, на которые вы захотите получить ответы, пожалуйста, пишите в чат Твича. Димка молодец, их все прочитает. Да, я буду стараться читать. Если и сегодня... все расскажет. Да. Да, если сегодня, ребята, вы не будете спамить, прошу каждый раз, ну, все равно у нас получается чудесный спам-вечеринки. Если не будете спамить, попробую вычитывать оттуда вопросы, передавать приветы, что-то, может быть, даже попробуем ответить на какие-то вопросы разработчиков, может быть, какие-то даже каверзные. Только давай без разбазаривания секретов, Димон, я тебя знаю. А я вот сегодня, может быть, и устрою небольшое разбазаривание секретов, если мне очень понравится вопрос. То есть следующий стрим я буду вести с Оленешей, да? Да, кстати, знакомьтесь, мы сегодня втроем, это наш Оленеша. Наш друг Оленеша, да. Он вернулся из автопробега, если вы следили за нашим автопробегом на vg.ru, vgdrive.ru. vgdrive.ru. Да, называется. Вот, Ленёша приехал и, может быть, спрашивает бонус-коды. Бонус-коды, у кого есть большой монитор с высоким разрешением, думаю, где-то у нас здесь, может быть, и сможет увидеть один бонус-код. Разглядеть да, его. Я знаю места, где есть гораздо больше бонус-кодов. Вот, ну, буквально... Буквально этажом 20... ниже, да. Там нет, есть, буквально я 20 видел, минут там назад. Там такие коробки стоят, и там много бонус-кодов. Не дразни людей. Буквально 20 минут назад, допустим, 20 бонус-кодов появилось в нашей группе What Life. Но их уже разобрали, потому что я не знаю, как они это делают, но когда да, мы следим за активностью да, вводов кодов, то есть конечно. Эти 20 кодов вводятся просто за какие-то, там, не знаю, 20 секунд. Это невероятно. Хотя... Некоторые люди все время дергают одни и те же, то есть, видимо, хватают первые, последние, там вот как-то одновременно мыслят. А некоторые висят а некоторые час. Сидят спокойненько, вбивают, не знаю, может, на их клавиатуры какие-то не те. Кстати, Дим, как тебе печатается сегодня? Печатается сегодня отлично, кстати, хотел бы даже похвастаться. Я бы похвастался, но вы не увидите. У нас есть такая чудесная компания, как Logitech, которая нам сегодня любезно предоставила клавиатуры. Ребята, это модель G710+, это полная механика. Она такая неважная. Я думаю, профессиональные геймеры меня поймут. То есть механика здесь настолько приятное ощущение. Она причем такая тяжеленькая, игры, знаешь, работы, вот. Да. Она тяжеленькая, не будет ерзать никуда. Где-то не сможет сдвинуться. Угу. У нее чудесные резиновые накладки. Не маленькие, вот эти, знаешь, какие-то пимпочки, которые да, такие бывают. Да, все время слезают куда-то, да. Теряются потом. И... Еще какую-то чудесную мышь дали. Но по поводу мыши G300 я вам конкретно ничего не скажу, но такой мыши я не играл. У меня целая куча, она такая приятная. Что касается клавиатуры, клавиатурки нам были любезно предоставлены, была возможность их обкатать. О, ребята пишут, пошла реклама. Нет, ребята, это не реклама. Это не реклама, это радость. Это не реклама, это радость, да. У нас просто. Клавиатура Logitech, очень давно себе хотел профессиональную геймерскую клавиатуру, но не имел возможности. Просто а вот мы сегодня вообще обрадовались. Появилась. Пришли да. в студию, а о, тут пишут, новая у меня стоит. Есть такая. Да, значит, классно. Я думаю, ребята нас поймут. Вот, блокируйте отлично. От спама. О, нашли у оленя в руке левой и под книгой справа. Да, ребята, это да, не олень, да, это оленешечка.
Это он же, оленешечка. Ну, не, ну он олень тоже. Ну, оленешка, олень, олень, олень. Олень, когда мы во взводе с ним катаемся, ты тебе скажу, он тогда действительно как олень играет. Ну, мог бы научить, между прочим. Или ты вот на его кот, фоне кот там хочу, хочу. Выпендриваешься, да? Да, стараюсь. Мужчины. Ай-яй-яй, маленьких обижать нельзя. Что, Даша, приступаем? Приступаем. Не будем терять времени. Да, давай. Собственно, что мы хотим рассказать? Мы хотим рассказать, во-первых, что такое сделать репост. Это странно, но многие люди спрашивают. Под постом есть такая штука в виде такого мегафона. Вот я на нее сейчас мышкой ввожу, я надеюсь, все видно. Вот, и, собственно, вы нажимаете на нее, жмите, вот здесь написано «Друзья и подписчики», «Поделиться записью», и та-дам, запись отправлена. И вот, собственно, как только вы это сделали, это значит, что вы ей поделились. Что это значит еще? Так, у нас там куда-то все. Вот она, новость наша с, собственно, розыгрышем. Во-первых, вы должны были поделиться новостью. Во-вторых, не забывайте, что участвующие в розыгрыше обязательно должны быть участником группы World of Tanks, то есть нашей вот основной, большой, всеми любимой группы. Так, вернусь на стеночку нашу и перейду в мобильный режим. Собственно, зачем я это делаю? Затем, чтобы рассказать вам, как мы будем определять победителей. Вот уже, да уже почти как 2 года мы так определяем победителей. Мы просто откроем список всех, кто поделился, всех, кого ВКонтакте ну, успел зарегистрировать как людей, которые вот нажимали эту кнопку «Поделиться». Сейчас у нас в этом списке 81 659 человек. Только обновлю страницу, их будет уже 700 с чем-то. Вот, вуаля, 708. И, кстати, напомню, ребятам, у некоторых пользователей подгорает. Знаешь, такое бывает, немножко подгорает. И они, бывает, хотят вот как-то изловчиться, назовем это так. Ребята, вы можете делать репостов какое хотите количество. Да. Можете прямо сейчас сделать репост. Еще один, пускай он будет по счету 5-й, 25-й. Все равно это будет лишь одна запись. Вы просто измените ее местоположение. Да, она просто у вас поднимется на стенке. Вот. Не забывайте, собственно, группу, про которую я сейчас говорила. Все стримы мы в ней постим. Это группа вот Live. И в ней же вот внизу видны бонус-кодик Кинаш, который туда регулярно сыпется. На всякий случай напоминаю, что если вы ввели бонус-код, который уже был использован, вам выйдет сообщение, что бонус-код неверный. Это у нас так товарищи-программисты не очень правильно написали. Поэтому не пугайтесь этой фразы. Ввели вы, скорее всего, все правильно, если у вас, опять же, клавиатура нормальная и ручки ровные. А вот сообщение, ну, такое вот немножко непонятное. Итак, с помощью сайта Random.org, который мы можем видеть на экранчике, я буду генерировать числа. Первое число, которое я буду генерировать, будет обозначать номер страницы по порядку, на которой расположены 50 человек, поделившихся новостью. Вот так вот это выглядит примерно. На данный момент у нас 1641 человек поделился. И вот первая цифра, которую я буду определять, это будет номер этой страницы. После чего я перехожу на эту страницу и определяю второе число от 1 до 50. Это будет уже конкретный человек, который поделился новостью в списке. И мы проверим этого человека на то, состоит ли он, собственно, в нашей группе. После чего, если все правильно, и он у нас в списке репостов был и в группе состоит, он и получит наш приз. Сегодня это, я напоминаю, 5 радиоуправляемых наборов «Танковое сражение» и целых 10 танков «Шерман Фьюри». Те самые «Мичазевы» 6 уровня, американские, премиумные, коллекционные, офигенные. Учтите, что они продаются в магазине только до 17 ноября, поэтому кто не успел, тот опоздает. Ну и, собственно, давайте начнем. Я определяю первую страничку, это у нас 1028, кто-то из совсем недавно сделавших репост людей. Так. Переходим на нашу волшебную страничку. 1028, все окей. Возвращаюсь в Random.org. И от 1 до 50, номер 14. Это значит, что я сейчас открываю страничку и, собственно, считаю сверху вниз. У нас, по идее, на что? На вот этой странице должно помещаться 15 человек. Сейчас мы это проверим. Если перевернуть до самого низа, то будет ровно 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все верно. Некто Евгений Панов. Ну или Панов, я не знаю, из Тобольска. Вот и репостик у него прямо сверху висит. Видимо, репостил, перепащивал. Давайте посмотрим, сколько Евгений Пановых у нас в группке.
нашей маленькой скромной группке. Целый 1 899 000 человек. Это, я вам скажу, довольно много. И вот в участниках группы мы, собственно, и будем искать. Сейчас я тоже перейду в мобильный вид, чтобы у нас не висело лишних. Мне очень нравится один из наших пользователей. Он пишет: мой ник Элик68. Я сделал максимальный репост. Максимальный. Я сотрудник СММ. Да. Дарья сотрудник СММ. Но я не знаю, что такое максимальный что репост. Что такое репост? Зато я знаю, что Евгений Пановых у нас в группе. Хватает. Да. Вот именно то самое слово. Так что мы сейчас будем разбираться, кто же это Евгений Панов. Он такой с волком на аватарке, таким симпатичным. А, вот он. Вот он, Евгений Панов. Епанов. 98. Все, вуаля. Евгений, вот так вот буквально в два мановения руки ты только что стал обладателем первого радиоуправляемого набора с танками, который называется «Танковое сражение». Я записываю твое имя, записываю адрес твоей странички. Да, ребята, не ведитесь на всякие интриги и провокации. Связываться с вами будет только Дарья, и только ей нужно сообщать свои данные. Потому да, как регулярно мы проводим конкурсы ВКонтакте, и к нам обращаются, а кому платить за доставку, а сколько я должен налогов. Ребята, все эти издержки ложатся на плечи компании Wargaming. Нет, стоп, Дима, не все. Если не указано другое. Доставка бесплатная. А налоги не происходят, если только приз не превышает определенную стоимость. Я сейчас не вспомню точно, по-моему, свыше 3000 российских рублей сейчас облагается налогом. Угу. Поэтому это решается уже на месте налоговой инспекции. И здесь уже, конечно, выплата ляжет на плечи пользователя. Но это мелочи, тем более, что сегодня мы ничего такого не разыгрываем. А вот за доставку платить не придется. И, пожалуйста, не верьте никому, кто вам напишет что-нибудь, начнет у вас там какие-то ваши пользователи, там, не знаю, требовать адреса ваши, например, электронной почты, пароль от аккаунта, еще что-нибудь. Не верьте, никому не верьте. Вам напишу просто я вот со страницы Дарья Филатова. Филатов 1925, еще увидите там неоднократно адресок. И после этого я вам все расскажу. И, может быть, даже в случае с радиоуправляемыми наборами я вам все покажу и даже позвоню вам и еще раз расскажу про доставку и все остальное. Я думаю, не перепутайте. Так что, пожалуйста, вот она моя страница. И вот прям до циферки, до буковки проверяйте. Если не уверены, то заходите в сообщество World of Tanks. И там будет видно. Вот сейчас как-нибудь так. Как-нибудь вот так откроем. Вот здесь у нас есть контакты администраторов. Их можно открыть. И вот здесь вот прям вот я есть. Ссылка прямо на меня. Можно опять посмотреть и проверить. То есть тот человек вам пишет или не тот. Потому что бывают двойники, которые похожую страничку регистрируют. Да. Там вот какие-то они мутят, фотографии воруют. А вы прям не думая ведетесь, прям сразу им все выкладываете радостные такие. Это очень неумно с вашей стороны, поэтому, пожалуйста, не огорчайте нас. Мы будем очень рады, если никто не попадет в лапы каких-нибудь непонятных мошенников. Да, нас тут просят уже немножко, ребята, быть побыстрее. Всем быстрее, всем хочется узнать победителя. Всем не терпится. Лагнар один просит, чтобы ты его поцеловала. Пошли воздушный поцелуй. Рагнар. Передаем привет Саше Грищуку. Также мне понравилось. Я буду читать то, что мне нравится, ребята. А тут много спама, поэтому читать я буду не все. Мне понравился пользователь Сушник 565. Попросил передать привет его любимой девушке Губкиной Анечке. Привет. Анечка, привет. Привет. Я так понимаю, ты сейчас, наверное, не с ней. Лучше бери ее за шкирку и подтягивай, проводи лучше время вместе. Лучше бери ее нежно за плечо. Да. Дальше понимаю. Владимиру Волынскому привет и клану Адептус. С уважением, Бодя. Просто вот как-то интересно, мне Бодя. Понравилось. Да. С уважением, Бодя. Какая прелесть. Это прям как дядя Бадди, знаешь, у Масяньки. Дядя Бадди. Дядя Бодя. Спрашивают, а что за монитор стоит? Монитор Dell у нас стоит. Вот такой какой-то. Будешь знать. Да. Так. Всем привет городу Брянску, Новокузнецку. Даша, тебя люблю. Продолжаем. Продолжаем, да. Я уже вижу, что у нас накопилось 1659 страниц по 50 человек. И, собственно, из этого замечательного числа я сейчас буду 1659. Буду выбирать счастливчика номер 2. Счастливчик номер 2 живет на странице 1644. Так. Один парень пишет, а мне папа реально статую испортил. Я его понимаю. Печаль. Обычно наоборот. Я его понимаю. Мне папа очень любил просить поиграть в какую-нибудь игру в середине какого-нибудь отважного, важного момента. Все запорот, естественно. И ты потом нагоняешь это все. Ой,
Приходится им отдельные аккаунты заводить. А он такой, ну я же как бы не серьезно. И все, потом с тата привет. Ой, мамочки. Так что это все вполне реально. А знаете, что надо делать, чтобы этого не было? Ну, знаешь, Дима, что надо делать, чтобы папа не портил статус? Надо заводить папе отдельный аккаунт. Правильно, потому что передача аккаунтов запрещена. Запрещена. Даже в пределах одной квартиры и семьи. Или семьи. Бывали, знаешь ли, случаи. А то они потом без вас полезут, случаи. Наделают там каких-нибудь делов, а мы потом мучаемся с вашим аккаунтом, восстанавливаем. Так, 1644 страница, да, есть. Это кто-то из вот буквально свеженьких репостиков. И один из 50 на этой странице. Я напоминаю, что сообщество, даже вот несмотря на то, что я смотрю на наше замечательное сообщество World of Tanks Live и Wargag и куча других, естественно, сообщества не играют. Поэтому если сейчас попадет в какое-то сообщество, будем думать, что делать дальше, потому что сообщества нас не попадут. Кто-то просит передать привет жене Марии. Ребята, можете, да, перечислить названия книг, которые на столе лежат, нас спрашивают. Самые разные у нас книги лежат, СУ-152, А-34. Также сейчас вышла книга не так давно «Главная дата». Кто любит читать, увлекается историей, да, советую действительно почитать. Книги тоже, кстати, почему там не разыгрывать книги? Видишь, народ интересуется. А мы разыгрываем периодически книги. А вот давно не разыгрывали. Давно не разыгрывали, вот давно не, да. Разыгрывали. С марта месяца, кажется. Кажется, в прошлый раз мы дарили книги на 23 февраля. Надо поговорить с Хобби Уордом и сказать, что ребята хотят читать, в конце концов. У нас вот недавно был пост. Я сама книгочейкой считаю, это по моей странице видно, у меня там куча репостов книжных, что ребята действительно много читают. У нас был пост, они писали, какие книги они читают, там было просто очень много всего разного. Я прям порадовалась, читая эти названия, так что, ребят, почитайте главную дату, Буркатовский прям шикарно пишет, надо сказать. Тебя просят закинуть шляпу в воздух в конце эфира, а еще ребята какой-то готовят флешмоб. Я люблю флешмобы, но меня это пугает. Я подумаю насчет шляпы. Главное, чтобы на нем летела вентиляция. Да, ты знаешь, будет как у доктора Кто, когда они там феской перекидывались туда-сюда через порталы. Привет жене Марине и двум девочкам, просит Никола 116. Может быть, перестанет спамить. Привет. Вот ты передаешь привет, а я до сих пор не могу досчитать до 36. Считай. Спасибо. Это между 35 и 37. Гений просто. Итак, 50, 49, 87, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 40, 39, 38, 37, 36. Значит, это у нас 35-й был. Сергей Марчишин. Я полагаю, так это читается. Из «Вся сестроя». Да, сразу просим прощения, если все-таки мы неправильно назвали чью-то фамилию. Да, ребят, интуитивно ставлю ударение, так что извините. Посмотрим, сколько у нас таких Сергеев. Я думаю, всего один в нашей группе сейчас будет. Так что открываем список участников сообщества. И еп! Есть такой, есть такой! Сергей, Сережа, мы тебя поздравляем. Я прям вот копирую твое имечко, вставляю его в таблицу счастья. И прямо после стрима, как только все дело закончится, буквально в течение получаса, я очень-очень быстренько все это делаю всегда, я напишу тебе личное сообщение. Прямо вот сейчас сразу добавлю тебя в друзья, чтобы ты знал. Принимай заявку, и будем с тобой разговаривать по поводу того, как ты получишь свой набор радиоуправляемых танков. Там все очень просто, я объясню. Пользователь просит подарить лосика. Это не лосик, это не лосик, это оленешенька, и мы его никому не отдадим, он наш. Он с нами. Сотрудник. Нельзя так просто друзьями разбрасываться. Ну что ты такое? Ну, подари нам вместо этого своего лучшего друга какого-нибудь хорошего. Это же будет как-то неправильно. Правильно? Как-то неправильно. Правильно, неправильно. Неправильно, правильно. Итак, сколько же людей у нас сейчас рассказавших о нашем розыгрыше? Набежало 1666. Вот так вот. Я снова открываю Random Org. Ввожу 1666. Есть 1260 страничка. Везет сегодня тысячным. Умножаю на 50, вычитаю 50 и понимаю, сколько нам нужно здесь ввести. Итак, 1260 страница. Все верно. И сейчас мы будем определять одного топ 50 человек, того, который сейчас станет нашим третьим обладателем приза. 45-й. Отлично. Итак, 50, 9, 8, 7, 6, 5. Николай Трошин. Николай. Вот, и репост сразу видно. Николай у нас очень неразговорчивый. Это нормально.
Это нормально. Это нормально, да. У меня парень тоже, к нему на стенку заходишь, такое ощущение, что он 2 дня только ВКонтакте сидит. Вообще пустота. Асоциален. Асоциален. Не, он социален, просто не любит про себя ничего писать. Итак, вот он наш Николай Трошин, я его сразу вижу. И я копирую его имечко и поздравляю его, собственно, Николай из Сыктывкара, который заходил сегодня на страничку. Я тебя поздравляю, сохраняю твое имечко. И ей, окей, поздравляем, все тебе будет прислано в не самые кратчайшие сроки, если учесть затыки с доставкой некоторые, но будет обязательно. Мы постараемся все организовать прям быстро. Да, вот Чубака, спасибо, Чубака 96. Я пишу, ребята, в чате, хватит спамить. И Чубака пишет, хватит спамить, очкарик не успевает. Да, спасибо, спам немножко прекратился. Че это очкарик? Смотрите, какой красивый. У него даже прическа сегодня под Брэда Питта. Да, я прям старался вообще выглядеть. А я шляпу надела, прям мы как ведем в другом стрим, фильме. А наши ребята сегодня пошли все на премьеру фильма «Фьюри». А мы досидим. Кстати, отпишитесь в комментах, кто собирается смотрел. Идти, кто смотрел, кто будет смотреть. Интересно. Только не рассказывайте, кто убийца, а то будет неинтересно. Да. Еще просят передать привет бывшей жене Алле. Она вернулась и даже играет в танки. Это писал Шоки 37. Также просит привет передать моей любимой девушке-танкистке Прокопенко Анастасии. Пожалуйста, она сейчас смотрит стрим, пусть улыбнется там. И привет любимой Лауре. Вот привет и девушкам, которые успел вычитать, передаем. Димон, ты как всегда к девчонкам так клеишься. Коды, а? Да, коды будут, коды. Ждем, ребята, ждем кодов. Давай дальше. Даю. 1670 страниц у нас уже накопилось. Я снова открываю рандомарк. 1670. Yep. О, 805-я страничка у нас. Пошло дело к первозарепостившим. Копируем, как говорил один мой знакомый. Попадаем на 805-ю. Все правильно. И сейчас от 1 до 50 кто-то на этой 805-й странице. 5-й человек сверху. Ей! 3, 4, 5. Егор Осиненко. Какая фамилия. Ну, где-то там у него вот и репост есть, хотя, собственно, и нечего тут проверять. Кто в списке есть, тот репост, значит, сделал. И я открываю список участников сообщества и ищу там всех Егоров Синенко. А он такой один. Ура! Ура! Егор, поздравляем тебя! Мы тебя прям вот наградим твоим радиоуправляемым набором. Танковое сражение. Будешь с друзьями там, с девушками катать на танках, все будет путем. Будешь там стрелять, ездить и учиться танковать ромбом из-за шкафа, например. Это очень полезно. Ой-ой-ой, сколько людей сразу прям пишет. Спасибо большое, что добавляетесь в друзья. Ну, я да, с вами потом пообщаюсь. Да, время трансляции всегда пообщаюсь. Количество друзей вырастает. Увеличивается, да. Очень геометрической прогрессии почти, что я бы сказал. Практически, да, будет прям такой пик, я подозреваю, посещаемости. Но, пожалуйста, обращайте внимание, что, чтобы мне написать, нужно зайти на мою страницу, прочитать там прямо сверху, я закрепила запись. Там все написано. Просто чтобы вам было гораздо удобнее со мной общаться, и мне было гораздо удобнее с вами общаться, общение состоится, ну, проходит не в личных сообщениях, а в специально созданной для этого теме. И вам обязательно надо будет нажать на кнопку «Ответить». Вы нажимаете на кнопку «Ответить», у меня выскакивает, значит, уведомление об ответах, что вы мне пришли, и я прям вот сразу по порядку все отвечаю. Да, на это даже Дарья обращает больше внимания, чем на личные сообщения, потому как поток личных сообщений, да, если у меня не большой заходить в контакт, может перевалить за 1000, наверное, за пару дней. А вот дни, ответы как-то дни. Вот, да. С днями проще, потому что я успеваю людям отвечать. Вот примерно вот так выглядит диалог с пользователями, когда я, собственно, пишу какие-то циферки. Спрашивают. Сейчас я покажу, как я отвечаю, собственно, людям. Арзамас ВДВ просит Даше передать ему воздушную буську. Саша пишет, я пойду, передайте привет моей любимой мамочке. Приятно. А у Доминатора родился сын. Вот такие новости у нас в чате. Обалдеть. Евгению Журавлеву и его семье, а также Артуру Кожуху, плиз. Как думаешь, если у него родился сын, сегодня он назовет его Брэдом Питтом? Плохая шутка.
Не, ну почему, прикинь, будут бренд. Я люблю русские имена. Я вот сына назвал бы Иван, например, Ванька. Иван. Да, у нас, кстати, а мне нравится могу имена... рассказать немножко. А мне, слить... вот, кстати, нравится имя Дима и Владимир. Вот а я могу немножко слить внутренней информации. Вот я недавно общался с нашими ребятами из GameSupport'а, и они сказали, что у нас есть такие некоторые пользователи, которые выбирают себе не самые лучшие ники. Мы их отлавливаем, естественно, и переименовываем в Renamed Users. Так вот, у нас сейчас в игре порядка 40 тысяч Renamed Users'ов. То есть можете себе представить, но даже они не догоняют по популярности. Самый популярный никнейм в игре – это Алешка и все Алекс... Алиханыч и все, скажем, производные от имени Алешка. Знаешь, Дим, я тебя огорчу, но эта информация не то, что не инсайт, это даже вообще давно не секрет. Да. Люди опоздал. Самостоятельно с помощью опоздал. Нашего сайта проводили исследования, сколько Алексов, Алешек, Олексеев они найдут. Олексеев. И через да. единички писали, и через строчки. Их, да, действительно было много. Так что ты немножко... Не давай успел. Еще, пишут, давай еще. Да, даю, сейчас, вот, перехожу на страничку. Перехожу. Вот вооруженные силы Российской Федерации даже у нас репост сделали, представляешь? Им тоже нужен танк радиоуправляемый, танковое сражение, представляешь? Да. Сидеть, прям вот тактику отрабатывать. А у меня недавно конкурс ВКонтакте выиграл житель Испании. Сидит такой белорусский испанец. Простой играет белорусский на рукластере в танке и принимает участие в нашем конкурсе. А вот ты будешь смеяться, у меня есть знакомый испанец, правда он совсем не белорусский, но реально испанец, который на русском кластере играет в танке. Мы с ним на этой почве, собственно, и познакомились. И потом вместе играли во взводе. Он, соответственно, говорил на английском с испанским акцентом, я на английском с русским акцентом, и мы замечательно играли вместе с танки. Он даже умел латинскими буквами писать фразу «Este Nagoru». «Este Nagoru». Да. Это хорошо. Угадай, на какой карте нужно писать такую фразу? Наверное, на Химмельсдорфе. Мы недавно пилили... Нет, ну Дима. Нет. Ай-яй-яй. А на чем? Рудники. Рудники, они же пагорки. Не знаю, мы обычно взять гору, это же обязательно. Через гору. Никаких железок, никаких бананов. Ну, не знаю. Так, от 1 до 50. 19-й. Человек. 19-й. Так, это у нас 15-й человек. 16, 17, 18, 19. За окном слышен салют. Надеюсь, это не бомбит наших товарищей. Я надеюсь, это что-то приятное. Вот репост у нас есть, и какие-то штуки есть клевые. Некто Макс Лызов. Розовенький такой у него аватарчик красивый. Немножко подделан. Меня вот опять ребята спрашивают, а где ники? Вот кому-то нужно сейчас убегать, и стрим не досмотрит. Не переживайте, в нашей официальной группе ВКонтакте будет отдельный пост будет с никами победителей. С результатами, да. Обязательно. И результатами. Тем временем, Макс Лызов успел. С клевой аватаркой, на которой у него там мотоцикл, победил. Вот, Макс, поздравляю тебя, ты стал обладателем 5-го набора радиоуправляемого с танковым сражением. Такие дела. Так что поздравляем, сохраняем, и все прям будет шикарно. Вот, молю, боже, мне прям ответы сейчас посыпались. А я мне вижу, прямо что... в личку стали писать. Дима, а ты не знаешь бонус-код на КВ-220, пишет какой-то вот парень, мне через контакт решил найти. Нет, наизусть не знаю. А, нет, обойдетесь без кодов на КВ-220. Танк редкий, мы на него и боевую задачу уже делали. И в танковых сражениях тоже в этих наборах продаем. Вам еще бонус-код нужен на него? Ну. Просит передать привет коту. Ребят, прошу учиться, это не очень хорошо. Это вы как это, знаете, «Женемальш посижу». А тебя просят что-то сказать на английском. Кому-то интересен твой акцент. А, мой акцент, что мне сказать на английском? Yesterday all my troubles feel so far away. Who is on duty today? Who is on duty сижу today? На примере Fury и смотрю вашу трансляцию. I know the phrase. About the London is the capital of Great Britain. Ну, ладно. Я английский учила по фразам командира из американских и английских танков. Так что, извините, у меня может быть очень плавающий акцент теперь. Потому что они такие, yes, we got them! Как-то так. Привет, у меня национальная звучка. Привет, стоит. Дядюшке Фрэнку. Друзья, передайте привет Никите. Благодарен заранее. Никита Фьюри. Никита. Хороший ник выбрал. Вот, сработал ВБР. Передай Маше Ешина привет от Саши. Маше Ешина привет от Саши. Мне просто нравятся эти наборы букв. Да. Наборы букв мне нравятся. Денису Марчуку. Кто-то шлет нам какие-то лица. Наверное, фотографии свои ребята. 16.76. Тем временем я открываю в рандоме. Клан МК1. МК1. Ура, Лондон, столица Англии. У нас есть люди, которые знают английский язык. Клево. Это приятно.
Это очень приятно, особенно это значит, что они могут ездить на гораздо большее количество встреч с разработчиками. Когда вот мы в Пробеге, допустим, были, представьте, сколько людей могло бы приехать, да, вместе с ними. Да. Допустим, куда-нибудь в тот же Париж, Брест. Поговорили на английском, все. Так, тем временем у меня определена цифра. Сейчас мы перейдем на соответствующую страничку. Есть такая, 527-я. Все, верно. И теперь кто-то один из 50. Барабанная дробь. 9. 9 сверху. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Валюк Савельев, правильно? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да, все верно. Валюк Савельев заходил 35 минут назад. О. Из года Бугульма. Делал репост недавно. Вот тыквы у него очень симпатичные, на стенке еще висят. Давай проверим, сколько у нас Вальков Савельевых в нашей группе. Яп, один. Ура! Ура! Валёк, Савельев, ты прям вообще молодец. И что ты сейчас получаешь? Ты получаешь танк Шерман. Ты вообще считаешь, сколько танков мы разыгрываем? Сколько уже мы разыграли? Да, конечно, считаем. Это первый танк, Дима. Это первый танк, который мы разыграли. Мы уже разыграли 5 наших радиоуправляемых наборов. Танковым сражениями. Теперь мы разыгрываем, собственно, наши уникальные подарочные вот эти вот с бревнышками, вот с этой надписью, вот эти вот шерманы, в которых там ангар обалденный какой-то, говорят, и экипаж, да, с Брэдом Питтом. Так что... Да. А Юлия пишет тебе через контакт: привет, Даша, симпатичная шляпка. Спасибо, я у Димы взяла. Пишут: не перепадет мне Фьюри, не перепадет мне Фьюри. Ребята, может быть, и перепадет. Рано. Перепадет всем, кто сделал. Евгений Великанов просит передать привет от него всем модераторам соцсетей. Модераторы соцсетей, привет. Есть, спасибо, что Евгений помогаете Великанов нам модерировать соцсети. Да, вот раз, они. Раз, два, три, раз, два, три. 16.78 тем временем. 16.78. Это у нас количество людей, умноженное на 50. Так. Тоже сейчас у нас станет обладателем нового Шермана. Сэкономим себе множество такое нервов. Ну, не то, чтобы множество. Нервов. Галдыбить, хотела сказать. Не совсем голды, он же не за голду продается, все-таки за настоящие, как пишут, деньги. Продай плакат сзади тебя, который посередине, это в личку, это мне как будто мне нашептывают, кажется. Ну, симпатичный, какой именно, да. Айрат, я не знаю, пиши, договоримся. Ай, хитрец, может быть, плакаты будем разыгрывать. Ай, хитрец, ну, все может быть. Так. Рандом. Типа 59-го ребята не вернут в продажу. А ФВ-4202, как и обещали, как бы, да, будет премом. Это не сказки. Так, вот я, итак, 40-й человек. Да. 50, 49, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Димон Катышев. Димон! Димон. Вот прям как ты. Может, твой родственник? Барнину, привет. Заходил недавно из города Конаково, 23 года ему. Еще один 23-летний человек. И он тоже один такой на всю нашу группу, такой Димон. Димон, ты молодец. Еще один Димка молодец у нас нашелся. Димки все молодцы, я тебе скажу. Димки, видимо, через, да. Одного. Факт. Через одного. Димки прям вот, я смотрю, шли хорошо так, качественно. Отлично, супер. Айрат уже пробует договориться о цене. Ну, ты это там сворачивай пока свои торги, лучше почитай, да, что-нибудь еще из Твича. Привет Алексанькину передают. Начну читать личку, потому что, смотри, начинает личка. Скажи Даше, что она похожа в этой шляпе на красивую актрису из «Шаг вперед 4». Ты смотрела «Шаг вперед 4»? Нет, я, кстати, очень посмотри. Хочу посмотреть, но не смотрела еще, спасибо. Посмотрю. Владислав Арни, привет. Егор Чмерев, дай код, плиз, не дам. Попрошайка. Да. Как насчет бонус-кода на ИС-6? Нет, не будет. Жизнь, боль. Привет Георгию из Москвы. Пожалуйста, привет. Тогда я обещаю, что перестану спамить. Георгий Синев, привет. Привет. Но спамить все равно на одного спамера стало меньше. Можно, знаешь, одним приветом ты убиваешь одного спамера и можешь одновременно... Еще 100 штук прибегает, которые, да, начинают свои приметы передавать. Пробовать сразу кого-то второго банить. Ладно, у нас 441 страница тем временем определена. И на ней 27 человечек. 27-й, это во мне 28-й какой-нибудь. Итак, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Евгений Барановский. Или Барановский. Написано, что за дрот. Из Киева.
сейчас проверим, какой ты Димон у нас. Фу, Димон. Евгений. Ты уже прям разрадовалась на Димон на всяких. Итак, сколько у нас таких Евгениев в группе? Вау, слушай, прям распространенная фамилия. Но наш из Киева, вот он прям сверху. Евгений, мы тебя поздравляем. Ты, конечно, задрот, и, видимо, в ближайшее время ты не будешь нагибать на ИСУ 152, как я смотрю по твоей картинке на стене. Ты будешь нагибать на Шермане, на новеньком Шермане. Юрий. Да. Просит передать привет клану МК1, будет очень нам благодарен. Ты уже передавала привет. Нет, не ведут. Привет клану от Земной. Очень интересный клан, очень. Привет из Чувашии, из Казахстана. Прям так называется? Да. Девушка просит, ребята, нужен танк для мужа, а то стату подпортила. Интересно, себе или мужу? Я надеюсь, у них все-таки разные аккаунты? Надеюсь, что разные. Она, наверное, забыла перелогиниться. Так, спасибо. Мы же верим лучше, одного спамера да? Меньше. Хочу 7202 ВК. Хоти, надо было принимать участие в ивенте на глобальной карте. Да, по поводу глобальной карты, ребята, да, будет еще ивент. Какой, соответственно, я вам не скажу, как будет. И когда, но будет, в котором опять будет возможность выиграть какие-то интересные, будет. Уникальные танки. Так, тем временем я определила страницу, на которой у нас следующий победитель. Это кто-то из тех, кто репост делал прямо в первые часы, буквально новости. На ней даже много людей, которые онлайн, я свежий вижу. Свежий вопрос есть, как узнать, есть ли у вас там в списке? Посмотри, сделал репост. Если ты сделал репост, то ты в списке есть, все. Это прям работает элементарно, Ватсон. Обожаю Шерлока Холмса. Итак, 15, 16, 17. Алекс Гаврильченко. Простите, мне плохо даются альвеолярные одноударные R. Он даже целых два репоста сделал, прям вот постарался человек. Молодец, очень хотел Шерман Фьюри. Давайте посмотрим, собственно, успел ли он прочитать правила и вступить в группу. Да, а то хотят все. Успел. И бывает, только видят репост, даже не дочитывают до конца. У нас умненькие, благоразумненькие сегодня пользователи. Он реально все сделал. Поздравляю тебя, Алекс. Ты прям вот, ты сделал. Ты вот получил Фьюри. Я не знаю, может быть, это магия двух репостов сработала. Я не знаю, что еще, но Фьюри твоя. Твой. Твое. Счастье. Счастье. Ярость счастье твоя. Это... Фьюри, ярость твоя, танк счастье твой. Тоже твое. Да, так что будешь сеять просто, не знаю, что там, боезапас в рандоме. Итак, следующий. Посмотрим, сколько у нас людей понабежало тем временем. 1681 страничка. Просят крутануть сальто со стола. Ребята, боюсь, боюсь, это будет точно мой последний стрим. Да, потому что нас потом просто выгонят за порчу аппаратуры. Я думал, за порчу сотрудника выгонят, если я здесь сломаюсь. Так, не, ну сам себе сломался, сам себе злобный брать. Начинают, люди начинают задавать вопросы. Да, где-то, наверное, такая информация есть. Какая? Лично я не слышал. Какая? Выйдут ли Е25 из продажи? Есть такие ходят утечки. Ходят слухи, что повторит судьбу типа. Ходят не слухи, знаю. Да. Ходят не слухи. Не знаю, это слухи пока. Ходят пока слухи над рекою, ищут слухи водопою. Да. Итак, 718 страничка есть. На ней я определяю человечка от 1 до 50. Это номер 6. Номер 6. 3, 4, 5, 6. Илья Силкин, который, возможно, даже прямо сейчас смотрит наш стрим, потому что он онлайн. Из города Сосьва. Написано 15 лет, но он какой-то прям там армейский товарищ. Врет, небось, насчет возраста? Врет. Врет. Ой, сколько у него уже репостов. Вот и Фьюли есть. Все нормально. Человек любит репостить. Окей, давайте посмотрим, сколько у нас этих Илей. Слушай, а как будет во множественном числе? Ильев или Илей? Илей. Или Ой, я не хочу склонять это Ильей. Слово, потому что напрашивается сумасшедшие рифмы. Так, жаль, вы, конечно, молодцы. Вот, сердце ладно. Дарья красавица. Есть у нас такой Илья, тем временем я тебе скажу. И вот он прям, бинго. Илья, дорогой, поздравляем тебя. Я сохраняю твой адресок. Сейф. Потом добавлю. Друзья, после стрима, ребят, постараюсь все написать быстренько, моментальненько, прям вот возьму, унесу отсюда вот эту вот клавиатуру, чтобы быстро все сделать. И вот буду печатать. В группе появится новость, всех напишу, кто что выиграл. Все будут активны, ссылки дам, ссылку на запись стрима, чтобы вы посмотрели, если вдруг вам будет интересно, что и как произошло. Посмотреть на нашего Димку молодца, например. Да, если кто-нибудь хочет все-таки. Нам передают привет из Казахстана, вот. Ребята, опять.
Казахстан, привет. Казахстан, привет. Дима у нас любит туда ездить. Да. Он там всех знает, все знает. Скоро буду как местный. Приходите на наши ивенты, да, можно позадавать лично вопросы. Всегда стараюсь отвечать на все, на все, на все, на все. Окей, отлично. Давайте вернемся все-таки к нашим, хотела сказать, баранам, но это будет немножко невежливо. Не к нашим баранам, к нашим пользователям. К нашим страницам. 1683. Слушай, откуда эта фраза про вернемся к нашим баранам-то, а? Из какого-то фильма, мне кажется. Ты не помнишь, Дим? Нет. Так, что-то не то. 1423 умножаем на 50. Вот, теперь правильно. Это будет наша страничка. Да, у меня юзер не банится. Нет, банится. Банится. Этот Twitch просто от количества людей обалдевает. И немножко... 23-я страничка должна быть. Вот. Забыла 50 вычесть. Вот, теперь все правильно. Открываем снова рандом. И это до 50. И... Еп, 48-й. Где-то в самом низу. И 098 Артем Багуш или Богуш. Заходил буквально недавно или пост сделал. Ну, Артемка, давай, покажи, как ты умеешь репосты делать. Читал правила? Так, судя вот по этому огромному танку, который я вижу на аватарке, это он. Это он. И еще один Шерман входит в неуказанный город. Но совершенно конкретному юзеру, вот с конкретно вот этой вот нашей ссылочкой на его страничку. Артем, поздравляем тебя и переходим к следующему кандидату. 1684. Yep. 1025. Это где-то там посерединке будет, грубо говоря. Умножаем на 50. Вычитаем 50. Получаем. Привет, дочурки, а то она в больнице. Не болейте, друзья. Моего батю Димон зовут, пишут. Классно, тоже привет. Клево. Передаем привет Юле Логвиной и говорим, что ее любит табуретка. Табуретка. Да. Воу. Восьмой человек тем временем у нас выиграл на этой страничке. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Влад Бельков. Транслитом прям как-то написано. Вот только что парень один спрашивает, как насчет того, что у меня ID записан словами на английском? А это, значит, это что абсолютно... Я нет, все абсолютно в порядке. То есть по моей таблице, собственно, на экране видно, что ID попадают самые разные. И буквами, и цифрами. Так что все в порядке, не волнуйтесь. Итак, Туркио нам пишут. В общем, ваш ID может быть написан хоть на клингонском. Будьте спокойны. Итак, у нас остается буквально несколько шерманов. Я тем временем проверяю сначала нашего Влада на участие в сообществе. Я тут чуть не забыла. Ой, сколько у нас Влада в Беляков. Ты не представляешь. Много. Но он такой один. Вон он. Вот он наш Влад. Все, поздравляем Влада. Вот теперь я точно копирую его имечко. И Шерман уходит к нему. Это наш 10987, седьмой Шерман на сегодня. Только дойдем вот до этой очеркнутой линии, шерманы закончатся. Димка, по-братски, дай премик стрим хоть на денек. А тебе напомнили, что фраза из фильма «Фарс об адвокате Пьере». На самом деле эпичная фраза. О, как? Когда можно будет продавать танки за прем-танки за голду? Могу предположить, что никогда. Единичный случай был только один раз, когда мы действительно понерфили премиумный танк, и нам пришлось по условиям продажи, естественно, возвращать голду за тех, кто хотел его вернуть. Но в целом танки с голдой продаваться не будут, так же, как и голда. Они будут переводиться между аккаунтами, и танки тоже не будут с аккаунта на аккаунт переводиться. Так что, пожалуйста, будьте осторожны. Во-первых, когда вы продаете свой премиумный танк, особенно если его больше нет в премиумном магазине. А во-вторых, когда пытаетесь, допустим, заполучить голду каким-нибудь способом, кроме покупки ее в премиум-магазине. Потому что не надо так делать. Очень много людей мне каждый день пишет, что вот пошел на какой-нибудь сайт. Ну, я как минимум знаю способов 5, как можно получить голду. Это участвовать в конкурсах. Участвовать в боях на глобальной карте. И тогда командир со своего щедрого плеча насыпет голдишки, да. Также у нас проходят конкурсы на форуме, то есть на официальном нашем сайте, где тоже голда регулярно. Можно на Варгэк? Можно на Варгэк запостить попасть... бугагашеньку. Да, можно запостить, если у вас хорошее чувство юмора, бугагашеньку какую-нибудь смешную такую картинку. И даже если Даша рассмеется, да. Можно даже и не рисовать. У нас бывает даже какие-то вырезки из чата забавные пишут. Да, или скриншоты. Наша любимая рубрика «Нарочно не придумаешь» называется. Да, да.
правда, такое дело, ее иногда не выдумаешь, такое, что происходит на самом деле. Даша, ты замужем? Видимо, что-то случилось. Мы можем объясняться. Мне кажется, это флешмоб начинается у ребят, нет? Кстати, может быть. Мы можем, если что, перейти на язык жестов. У всех нету звука. Всем привет. Окей, мы вас слышим. Мы вас слышим и читаем. Звук. Ну, я думаю, они и так знают, что у нас тут происходит. Так что кто-то слышит, кто-то нет. Я надеюсь, все будет ок. Я надеюсь, тоже все будет ок. Пишу стоп-спам, ребята, перестаньте спамить. Ладно, там или нет, мы вас увидели и услышали. Тем временем, что происходит на экране, и так понятно. У нас определена страница. Появился. И 36-й человечек на этой страничке. Все хорошо, говорят уже. 36-й человечек на 400-й странице сейчас будет получать Шермана. Если успеет проверить, записался ли он в группу World of Tanks. Итак, 59, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Быстренько отвечу 9, на вопрос. 8, так 7, замужем 6. Или нет? 5 сообщений нет. Подряд, звука не нет, было. Нет, не замужем. Никита неизвестный у нас тем временем из города Копейска. Хочет Шерман Фьюри. Сейчас проверим, сколько у нас Никитов. Никиток. Один у нас такой Никита неизвестный. Никита, поздравляем тебя. Ты стал обладателем 8-го на сегодня танка Шерман Юрий. Артем и Гоша из Москвы, привет. Будешь ездить там просто как сыр в рандоме на новом клевом танке, в новом клевом ангаре. Мне пишут, мне 142 человека написали, нажали на ответ. Ребят, это очень приятно. Я разберу их обязательно после стрима, потому что сейчас я не буду это открывать. Меня радует эта цифра, это значит, что вы научились нажимать на кнопку «Ответить». Это вы молодцы. Итак, давайте еще, у нас два Шермана осталось. Так что... Всего два Шермана. Всего два Шермана, да. Так привет, что, Саша Кошелевой, хочу Шерман. Хочу все, Шерман, кто хотел салют. Шермана передавать приветы, то давайте успевайте свои приветы передавать. А я пока считаю... Привет Казани просят передать обязательно из Курска. Как вам курские девушки? Прекрасно, наверное. Жаль, не познакомились ни с кем. Так. Хочу Шерман. World of Tanks Generals, когда релиз? Как только, так сразу. Тестируется. Да, у генералов еще, я думаю, тест будет долгий все-таки. Да, у генералов еще долго. Вот гораздо быстрее пройдет тест у Вотблица. Да. Ну, понятное дело, на андроиде ты имеешь в виду. Да, на андроиде, потому что на iOS он уже вышел, а вот на андроиде уже есть. Тем временем, некто Александр Холодюк заходил сегодня в 15.06 и делал репост в Фьюри. Еще он, смотрю, смотрит стримы с тенью. Сейчас будет надо проверяться. Надо спасти Терсели. Он пишет: Дима, передайте привет моей жене Наташе, и она не будет ругаться на меня из-за игры танки. Я ее люблю. Дорогая жена Наташа, не ругайтесь. Он любит тебя больше, чем танки, поверь. Да, не ругайтесь на него за танки. Представляете, если бы он вместо танков делал какую-нибудь другую гадость. Это было бы очень плохо. А так он в танки играет. Я надеюсь, что ты, наш уважаемый пользователь, женатый Наташи, будешь играть в танки не очень долго, а иногда все-таки поворачиваться к ней, обнимать ее и говорить, что ты ее очень любишь, например. Или делать ей чай какой-нибудь вкусный. Вот. И тогда у вас все будет хорошо, она не будет ругать тебя за танки, потому что у вас будет мир и спокойствие. Тем временем. Невест, привет. Александр Холодюк у нас получает Шермана, и у нас остался еще всего один. Всего один Шерман, всего ребята, один. И мы будем заканчивать. Передаю привет Наталье из Цюрюпинска, люблю ее. Вот, мне нравится, ребята, я не знал, какие города. Всем привет из Казахстана, Даша, Дима, One Love VG. Давайте танк и все, пишут. Давайте танк и все. А что все? И все. И тогда у человека будет все. Я думаю, он это хотел сказать. Возможно. Передаем привет Вике Галагановой. Ругается, что в танке играю слишком много. Хочу показать, что не напрасно.
друзьям Диме Шувайло. Когда фильм примерно посмотреть можно будет? Ну вот минут 50 назад у нас в Минске в кинотеатре «Москва», например, начался. Да, кто так успел, что тот открывайте попал. Открывайте афишу вашего города и смотрите. Так, Водяныч Петров, ты тут, ты выиграл. Водяныч Петров, у нас нет ни одного Водяныча Петрова. У нас нет ни одного. Победить легко. Какой-то идет трое. У нас есть 26-й какой-то человек в нашем списке волшебном. Итак, 15. Алине чемпион, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Владимир Бойко. Вот отвечу на вопрос. Когда вот Блиц на Android, ребята, пишут? Ребята, я же тестируют. Говорил, только закончится тест, тестируют. Сразу вот он и будет. Есть инфа, что где-то в декабре, то есть до конца года, под елочку будет вам Android на... Андроид на танках, танки на андроиде. На андроиде. Да. А может быть и чуть-чуть пораньше. Вованов Бойко, Владимиров Бойко. У нас целая туча просто в очкарики нашем. Рулят, да. Но Владимир Бойко у нас один такой. Владимир Бойко у нас один такой на каком-то водном катере. Все у него в порядке. И Шерман Фьюри есть, и даже Никулин есть тоже в клевой шляпе. Итак, Владимир Бойко, мы тебя поздравляем. О боже мой, что у меня случилось с личкой? Ты стал... Она разбухла, я полагаю. Да, и не влазит. Ты ее натер, и она разбухла. Разбухла и не влазит в монитор. Это нормально. Итак, собственно, все на этом. Мы разыграли все наши 10 шерманов, поэтому, друзья... Друзья мои, наши, вообще... Витебск Форева, а 4202 переведут в премы, как я уже и говорил. Вот последнее, что успел вычитать из чата. Отписывайтесь в комментариях, если вам все-таки хочется видеть нас еще, то в следующий раз мы все-таки будем обещать, что... Да, все-таки пообещаю, что мы принесем бонус-код какой-нибудь интересный и попробуем даже, чтобы его хватило всем. Ну, а там уже постараемся. Как получится, так получится. Счастья спасибо всем, за стрим, тут спасибо. Никто не ушел обиженный. Ребята, вам спасибо за теплые комментарии. Отписывайтесь в фидбэке, что хотите добавить. Фидбэки отписывайтесь, в группе подписывайтесь, в группе главное подписывайтесь. Не перепутайте. Да, не перепутайте. Ставьте лайки, заходите на вот лайв, пишите мне в тему, если какие-то вопросы. Да, у вас еще будут, в личку. Кроме у нас тех. Есть специальная тема, называется «Вопросы Дарьи Филатовой». Да, мне уже 158 говоря, человек там да. написало. Отвечу всем, постараюсь. Но прежде всего, я сейчас все-таки пойду писать список всех, кто сегодня победил. И не забывайте, что и в группе вот лайв, и в группе World of Tanks, и в группе вот Blitz. И в Xbox у нас периодически проходят розыгрыши, постоянно какие-нибудь стримы, конкурсы. Так что, кто вот из тех, кто постоянно участвует в конкурсе, у них, по-моему, недостатка в голде нет. Так что да. Не переживайте по поводу там курсов доллара каких-нибудь, которые вам портят всю, весь бюджет закупки голды. И на прощание тебя просят все обнять Оленешу, тогда обрадуется весь чат. Также давай. Тебя просят подбросить шляпу вверх, как мы обещали. Мы обнимем Оленёшу. Ребята будут видеть. Оленёшка, привет. Здесь исполняется желание. Кому-то Фьюри, кому-то Оленёшу обнять. Просили бы Фьюри, был бы Фьюри. И шляпу. Шляпа ему великовата. Шляпа ему великовата. И клану The Check привет. Всем привет. Будить не буду. Передаем привет Лёхе, Сане. Оленёша машет всем рукой. Все. Так что, ребят, спам. До новых встреч. Пожалуйста. И... Ну, в общем, следите в общем, за нами. Ждем вас. Пишите ваши комментарии, мы все прочитаем. И следующий стрим будет еще лучше. Пока. Однозначно. Пока.